В Москве в Государственном театре нации сегодня прошел предпремьерный показ спектакля «Иванов» по одноименной пьесе Чехова. Действие драмы перенесено в наши дни в небольшой город, а вот текст остался почти без изменений. Как говорят актеры, это вневременная история человека о муках совести и борьбе с самим собой. Главные роли играют Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Елизавета Боярская. Человек с таким острейшим чувством совести в наше время сам себя сжирает и уничтожает. Его либо обстоятельства уничтожают, либо люди уничтожают, либо он сжирает сам себя. Он просто не способен к существованию в наше нынешнее время. Сегодняшняя постановка приурочена ко дню рождения художественного руководителя Евгения Миронова и к десятилетию его руководства театром. Кстати, именно в здании Театра нации эта пьеса была впервые показана публике еще в 1887 году.